«Хозяин, вы, должно быть, устали. Аде уже давно вырос. Теперь вы чувствуете себя лучше?» «Все благодаря тебе». «А где сейчас Аде?» «Хозяин, они с Чаном ушли куда-то. Уже пора спать. Иди и скажи ему, чтобы возвращался. Хорошо. Уже так поздно, а он до сих пор не дома. Это все вина Чана». «Помогите! Вперед!» «Что вам нужно? Доставайте все свои деньги, иначе я убью всю вашу семью. У нас нет денег». «Нет?» «Обыскать. Слушаюсь». «Я знаю, что раньше ты работал на государственной службе. Как у тебя может не быть денег?» «Хозяин, раньше я был губернатором, но, честно говоря, теперь у нас не так уж и много денег. Это правда. Пожалуйста, отпустите нас». «Это оно?» «Уходим». «О, Господи! Ло-е! Фу-янг! Ло-е! Фу-янг! Это ужасно. Нандор Фан, зачем ты стучишься в нашу дверь в такое время? Это потому, что... нам больше некуда идти. Пожалуйста, присмотрите за ним. Будда тоже умер, имея доброе сердце. Он кажется умным. Его ждет светлое будущее. Хорошо, я присмотрю за ним. Огромное вам спасибо. И дам ему новое имя. Его будут звать Вайнан. Шестой мастер Дзен. Лок Юн в роли Ли Чен Лана. Сун Цзян Мин в роли Вайнана. Менг Чуан Шенг в роли Сан Цао и другие. Исполнительный продюсер и режиссер Лоль Е. Вай Чинг, мы находимся здесь уже целых 10 лет. Да, ты прав. Мы готовим для них еду здесь каждый день. Вай Чинг, ты неважно выглядишь. Может быть, тебе отдохнуть?
Конечно, если Сан Сао увидит, у нас будут проблемы. В общем-то, да, только этого нам и не хватало. Он всегда воображает, что он здесь самый главный. Нам пора идти на утренний урок. Если чувствуешь, что заболел, можешь не идти. Присядь. Глотни чаю. Спасибо. Отдохни здесь. Никуда не ходи. Кто вам разрешил оставаться здесь? Приветствуем тебя, брат. Если вы так выполняете свою работу, вы не собираетесь быть аскетами? Если нет, я поставлю вас лицом к стене. Да, брат. Ладно, пошли отсюда. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о Вайхо. Будучи в преклонном возрасте, император Северной династии Чоу запретил буддизм и превратил храмы в дома знати. Кроме того, уничтожал сутры и статуи Будды. Учитель, а что было с монахами? Некоторые из них были убиты. Некоторые покончили жизнь самоубийством. Вайхо сбежал и спрятался где-то рядом с рекой Янцзы. Некоторые из его монахов бежали аж до самого Шаньгона. Так что с ними случилось потом? Некоторые вещи всегда случаются неожиданно. Вайхо распространял знания Будды по всей стране. Буддизм начинается глубоко в сердце. Придет время, и ты это полностью осознаешь. Все это время о них нигде не упоминалось, ни письменно, ни даже устно, и нет никаких изображений. Ты получишь их. Спасибо, учитель. Достаточно. Oh!
Брат, давай-ка отдохнем. Эй, вы что, не будете тренироваться? Нет. Если вы ведете себя так, как вы собираетесь совершенствоваться? А ты нас с собой не сравнивай. Работаешь с утра до ночи, питаешься кое-как. Ты умрешь, если будешь продолжать так тренироваться. И продолжу. А иначе как я смогу стать лучше? Не думаю, что это верный путь для развития. Ты должен понять суть кунг-фу. Ты сам понимаешь, что несешь. Сильный кулак — это еще не все. Бык силен, но он знает только то, как возделывать землю. О чем это ты? Я говорю, ко всему прочему, нужен еще и разум. Не хочешь ли ты доказать то, что ты прав? Хватит драться. Тогда хватит бесить меня. Слушай, угомонись, а. Приходится расплачиваться за свои слова. Идем, пошли. Дыши ровно. Следи за осанкой. Да. Почему ты не сосредоточен на медитации? Вы можете объяснить, что такое медитация? Через медитацию ты тренируешь подсознание и становишься настоящим буддистом. Теперь ты понял? Теперь я понял. Я хочу услышать твое определение. Суть тренировок заключается исключительно в наших сердцах. Ты должен оставить место для Будды внутри. Это просто смехотворно. Ты должен выучить священное писание наизусть. В противном случае ты не сможешь стать настоящим буддистом. Но у основателя буддизма не было священного писания, не так ли? Нет, у него ничего не было. Так что если вы заставляете себя читать священное писание, это не самый верный способ научиться чему-либо. И что ты думаешь? Тренировка подразумевает в себе не только медитацию, но еще и высвобождение, и никакой корысти. Так как ты не понимаешь сути учения и ведешь себя безрассудно, будешь сидеть лицом к стене. Да. Уведите его. Сели правильно. Брат, ты сидишь здесь уже целый день. Поешь чего-нибудь. У меня нет аппетита. Зачем ты изнуряешь сам себя? Брат Сан Сао настолько влиятелен в храме. Ты не должен делать этого. Все, что у нас есть, это наша точка зрения. Я не соглашусь с тем, что он говорит. Но как насчет того, что у кого есть сила, тот обязательно победит? Так много людей согласны с ним. Я думаю, ты можешь притвориться, сделать вид, что согласен с ним. Ты имеешь в виду, что мы должны обмануть?
ввести его в заблуждение. Я достаточно стар для того, чтобы уйти на покой. Поэтому я хочу выбрать того, кто унаследует титул. Годятся те из вас, кто хорошо знает Священное Писание, имеет отличные навыки в бою. У вас есть все шансы получить этот титул. Я назначу дату. Начинаем чемпионат. Не забывайте, вы должны следовать правилам. Hot!
Брат, как ты? Все нормально. Ты победил. Я преклоняюсь перед тобой. Он победил. Грейпфрутовое дерево. Твой разум должен быть безмятежным и выполнять роль зеркала. Работай усердно, чтобы стать буддистом. Ничто не должно отвлекать тебя. Неплохо. Пошли. Неплохой пример образцовой поэмы. Почему ты не пишешь поэмы? Ты что, шутишь? Разве только ты не хочешь помочь мне? Идет. В тот день на чемпионате ты отлично дрался и победил Вайнана за несколько минут. Это достойно похвалы. Это все ерунда. Ты должен быть нашим лидером. И никто не сможет написать поэму лучше твоей. Это все благодаря вашей помощи. Просим тебя не забывать о нас. Просим. Вайчинг, ты сказал, что поможешь мне написать поэму. У тебя еще нет идей? Есть одна. Скажи мне. Жизнь похожа на пест, а разум на ступу. Если толочь каждый день, тогда и просеешь. Нет, это не очень хорошо. У тебя у самого-то есть какие-нибудь идеи? Учитель, учитель.
Что случилось? Кто-то написал поэму заранее. Кто написал? Не знаю. Там нет подписи. Покажите мне. Хорошо. Учитель, вот она. Будда и есть настоящее дерево. Зеркало — просто подделка. Если ты можешь оставаться безмятежным и тихим, ничто не сможет отвлечь тебя. Какими чернилами это написано? Это рисовая зола. Учитель. 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 Ты написал это, не так ли? Да, учитель. Знаю, что это нехорошо. Этот рис созрел? Да, учитель. Созрел. Я видел. Учитель. 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 Что происходит? Ничего. Учитель, я знал, что ты сильнее, чем Сан Цао. Что вы хотите, чтобы я сделал? Что тебе известно о буддизме? Вы узнали в тех зернах рис после просеивания. С человечеством происходит то же самое. Только избавившись от внешней оболочки, люди узнают, кто они на самом деле. Мне необходимо ваше наставление. А что ты думаешь о Вайхо и его последователях? Каждая индивидуальность чиста. Им обязаны все. Они непобедимы и могут контролировать целый мир. Очень неплохо. Тогда что ты знаешь о Будде? Я ничего не знаю. Что есть Будда? Будда — это я. Я — Будда. Каково значение пустоты в наших чувствах? Пустота в наших чувствах — отражение пустоты в наших сердцах. В чем суть буддизма? Тот, кто владеет правдой, избавлен от горя.
Не изучай буддизм, если не понимаешь своего сердца. Однажды ты поймешь, что познал себя. Тогда ты сможешь называться учителем, Буддой или Богом. Спасибо за ваше наставление. Это туника основателя. Ты будешь преемником. С этих пор, имея эту тунику, ты становишься преемником. Хорошенько позаботься о ней. Спасибо, учитель. Теперь ты должен немедленно убраться отсюда и прояви понимание буддизма. Слушаюсь. Брат, что? Время пришло. Почему учитель до сих пор не объявил тебя наследником? Не беспокойтесь, я единственный, кто заслуживает это место. Но гораздо лучше узнать об этом пораньше. Хорошо, мы пойдем и спросим учителя сами. Учитель сейчас находится в глубокой медитации. Не беспокойте его. Тогда скажите учителю, что я еще зайду сегодня. Хорошо. Брат, Вайсан, что случилось? Брат, я кое-что узнал. Учитель передал титул Вайнану. Ты уверен? Посмотри. Шестой наследник Вайнан. Идите со мной. Вайчинг, ты самый близкий друг Вайнана. Где он сейчас? Говори. Он сказал мне, что временно покинет это место, и сказал, что будет писать мне. Как только у тебя появятся новости от него, сразу же докладывай мне, потому что он украл священную тунику. Ты разделишь с ним наказание, если будешь покрывать его. Понял? Да, я понял. Безобразие. Простите нас. Эй, туда нельзя! Отойдите! Учитель! Учитель! Учитель, это же неправда! Учитель, согласно правилам, я должен быть преемником. Почему преемником стал Вайнан? Вы воспитывали меня так же, как и его. Почему вы ничего не говорите? Он притворяется. Не обращайте на него внимания. Учитель, куда вы положили тунику основателя?
Говорите, в противном случае. Давайте без глупостей. Учитель. 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 Господин Ву, прошу. Учитель умер. Зачем я понадобился тебе так срочно? Вы должны наставить меня на правильный путь. Что я могу сделать для тебя? Я должен быть наследником, но священная туника была украдена Вайнаном. Не могли бы вы помочь мне найти ее и попросить императора назначить меня наследником? Попросить императора будет проблемно, а насчет туники могу лишь дать тебе отряд солдат. Кто лучший боец в вашем храме? Вайминг, настоящий убийца. Отправь его на поиски туники. Составим план действий позже. Спасибо за вашу помощь. Вайминг, это я. Пожалуйста, прости. Не мог бы ты сделать одолжение? Да, конечно. Если бы мне потребовалась помощь, не хотел бы ты помочь мне? Конечно. Ты все понял? Да. Ормей Дорфан, не мог бы ты... Отдай мне тунику. Ни за что. Опусти свой меч. Я знаю, что это не твоя идея. Да, меня попросили сделать это. Значит, кто-то отправил тебя забрать священную тунику. Должно быть, учитель сейчас в опасности. Нет, он уже умер. Ормей Дорфан. Вайнан. Куда ты направляешься? На юг. Буду расширять свои познания в буддизме. А ты? Я вернусь назад. Я начну новую жизнь, чтобы искупить свою вину. Буддизм исходит из глубины сердца. Если ты сможешь отказаться от всего, сможешь стать буддистом. Спасибо. Если тебе понадобится моя помощь, я буду рядом.
Увидимся. Лидер. Что-то случилось? Недавно кто-то видел Вайнана в городе. Отправьте кого-нибудь туда. Воды. Воды. Мисс, кто вы? Меня зовут Чун Лан. Я спасла вас. Молодой человек, а как вас зовут? Меня зовут Ло. Ло Вайнан. А где Туника? Она здесь. Это же для монахов. Где вы ее взяли? Чун Лан. Чун Лан. Чун Лан. Папа, я здесь. Ну что? Как он? Только что пришел в себя, но потом опять потерял сознание. Что нам делать? Он плохо выглядит. Завтра я дам ему некоторые лекарства. Иди спать. Хорошо. Чун Лан, ты вернулся. Приготовь для него лекарство. Ло, приподнимись. Нужно принять лекарство. Просыпайся. Нужно выпить лекарство. Тебе станет лучше после того, как ты это выпьешь. Спасибо тебе. Ты спасла мне жизнь. Я благодарен тебе за это.
Теперь тебе нужно еще отдохнуть. Чунлан, ты уже встала? Ты знаешь кунг-фу. Можешь научить меня? Думаю, сейчас это будет излишне. Как только я поправлюсь. Договорились? Не перенапрягайся. Излишние нагрузки сейчас тебе ни к чему. Давай лучше просто прогуляемся. Хорошо, я только переоденусь. Мы с тобой живем рядом уже долгое время, а я до сих пор ничего о тебе не знаю. Я жил обычной жизнью. Мои родители умерли, и тогда я вынужден был скитаться в поисках себя. И ты никогда не думал о том, чтобы, наконец, обрести дом? Конечно, думал. Но человек также нуждается и в воле, и в самосовершенствовании. Ну, и каковы твои дальнейшие намерения? Я не знаю. Почему эта туника имеет такое значение для тебя? Неужели ты хочешь стать монахом? Монах сказал мне отдать ее другу. Если она будет у него, он будет лидером. Такова моя жизнь. Значит, тот, у кого она будет, станет лидером? Да, потому что она обозначает передачу титула. А если ты не сможешь найти этого друга, значит, ты будешь лидером? Нет, я не гожусь для этого. Если мои познания в буддизме смогут помочь другим, я сделаю все возможное. С таким талантом и навыками, уверена, что ты сможешь. Это не так просто, как кажется. Если ты хочешь сделать что-то, тебя ждет долгая и тяжелая дорога к тому, чтобы получить то, что ты хочешь. Ты прав. Надеюсь, у тебя все получится. Да. Ты не бойся, я здесь, чтобы спасти тебя, но ты на их стороне. Мне пришлось поступить так. Тебе должно быть известно о влиятельности Сан Цао. Ты знаешь, где Вайнан? Скажи мне, я выпущу тебя.
Я посажу сюда кого-нибудь другого. Уйдем через черный ход, пока не рассвело. Спасибо тебе. Ло, ты здесь? Ло. Кто там? Ло, не у вас? Зачем тебе он нужен? Меня зовут Вай Чинг. Ты монах? Нет, я аскет, так же, как и Ло. У меня к нему срочное дело. Сначала зайди. Давай. Вай Чинг. 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 Дядя Ли. Вай Чинг, давай, понял. Yeah.
пчел. Ло, что здесь произошло? Папа. Папа. Не печалься. Это моя вина. Не говори так. Я должен идти дальше, на юг. Если тебе потребуется моя помощь, иди к Ван Фунгу и спроси Вай Минга. Он поможет тебе. Я смогу сама о себе позаботиться. Если у тебя будет время, приходи повидаться. Тебе пора возвращаться. Береги себя. Хорошо, пока. Уже темнеет. Где-то здесь должна быть деревушка. Я понял. Увидимся завтра. Да, до завтра. Схватить его. Стойте. Что вы делаете? Молодой человек, кто вы? Я простой странник. Могу я остановиться на одну ночь? Конечно, пожалуйста, входи. Хорошо. Пожалуйста, присаживайся. Могу я узнать твое имя? Меня зовут Ло. А вас? Это Чан. А меня зовут Со. Я глава этой деревни. Прошу простить меня за грубость. А что здесь происходит? Мы приняли тебя за пирата. Пирата? Они были здесь. Они сказали нам собрать 1000 золотых монет за 7 дней. Иначе они уничтожат нашу деревню. А где же все население? Мы рыбаки. Все молодые сейчас в море. Здесь остались только старики и женщины. Ясно, что таких денег мы никогда в жизни не видели. Почему вы не сказали об этом губернатору? Губернатор от нас слишком далеко. Да и пираты не позволят нам к нему отправиться. Их не было здесь только тогда, когда сюда пришли солдаты. Пиратов действительно очень много. Молодой человек, ты кажешься умным. Мы дадим тебе денег, если ты сможешь помочь нам. Деньги мне не нужны. Но я помогу вам. Бесплатно.
Ты правда поможешь нам? Разумеется, но я один. У меня есть парочка друзей. Нужно, чтобы они тоже помогли. Ло, мы очень надеемся на тебя. Наши жизни в твоих руках. Надеюсь, у него будут для нас какие-то новости. Что будем делать? Что-то Ло давно нет. Почему он так долго? О нем давно ничего не слышно. Времени остается все меньше. Ты хочешь сказать, что он просто сбежал? Нет, он не из таких людей. Такие, как он, никогда бы так не поступили. Правильно. Иначе бы он не давал обещания помочь нам. Но послушай, ты не можешь всерьез полагаться на него. Он же обычный странник и не имеет к нам ни малейшего отношения. Чего ты от него ожидаешь? Мы должны искать другой выход. Но у нас нет другого выхода. Мы можем только ждать. Яо, Ко, спасибо за вашу помощь. Я никогда вам этого не забуду. Ло, хватит об этом говорить. В те времена, когда я еще выступал, эти бандиты пришли сюда. И если тебя здесь не было, я тогда хотел, чтобы и меня там не было. Правда, Ло? Когда я охранял те деньги и встретился с этими ворами, ты помог мне, и мы отправили их куда подальше. Конечно, мы тебе поможем в этот раз. Нас трое, а это уже лучше, чем ничего. Поможем расправиться с пиратами, в том числе и для поддержания своей хорошей репутации. А теперь нам пора отправляться в путь. Да. Билл, спасибо. Иду. Кто ты такой? Чего тебе нужно? Меня зовут Чан. Причиной всему деньги. Меня наняли, чтобы убить тебя и забрать тунику. Что ж, я так и знал. Не двигайся. Трое против одного. Тебе не справиться. Если ты здесь только из-за денег, это хорошо. Что ты имеешь в виду? Я могу сделать предложение получше. Говори, что нужно делать? Я нанимаю тебя, чтобы убить пиратов. За каждого получишь 10 золотых. Ну что, ты согласен? Прошу. Ло вернулся. Ло вернулся. Он вернулся. Все сюда. Отойдите, отойдите. Садитесь, прошу вас. Ты потрудился на славу. Все нормально. Ты познакомишь нас? Конечно, это мой друг Яо, а это мой друг Ко. А это кто? Он хочет убить меня. Это Чан Чун. Ты, наверное, шутишь. Вы, наверное, проголодались. Мы приготовим вам поесть. А пока отдыхайте. Ты быстрее домой, не оставляй Ло Чжонсю.
Время подходит. Надеюсь, вы сможете избавить нас от этих пиратов. У нас уже все готово. Спасибо за вашу помощь. Не стоит благодарности. Мы понимаем, что просто обязаны сделать это. Увидимся завтра. Конечно. Ло, что происходит? Чан больше не может ждать. Мне нужны мои деньги. Не забывай, ты обещал. Наверное, каждому из вас просто скучно. Предлагаю выпить. Это карта деревни. Пираты могут прийти только по этой дороге. Только мы сможем перекрыть им путь здесь. Таким образом, они попадут в ловушку. Обратите внимание, это единственная дорога, которая ведет в деревню. Здесь у нас будет стоять стража целый день. Как только они увидят пиратов, будут бить в колокол. Если они осмелятся сунуться сюда, у них будут большие проблемы. Яо, теперь твоя очередь охранять. Будь осторожен.
За ними. Итого 9 из них. Мои деньги. Мне нужны мои деньги. Вайнан, я ждал тебя. Я задержался по дороге, поэтому опоздал. Я сказал лидеру о тебе. Как ты себя чувствуешь? Намного лучше. Я провожу тебя. Могу ли я спросить тебя, аскет, откуда ты пришел и куда направляешься? Я пришел от Будды и направляюсь туда же. Что есть буддизм? Он единственный в своем роде. Он повсюду, и он ничего не боится. Как ты можешь быть Буддой? Все исходит из глубины моего сердца. Иначе откуда я мог взять это? Я смотрю, ты достаточно осведомлен, и все понимаешь. Ормей Дорфан. Thank you.
Брись, ты освобождаешься от всех проблем. Работай усердно ради очищения. Не испытывать никаких страстей. Приветствую тебя, лидер. Что случилось? Я уже говорил, что Вайнан постригся в монахи в монастыре По-Лам. Таким образом, он продолжает укреплять свое влияние на юге. Еще что-нибудь? Нет. Мы отправляемся туда. Слушаюсь, лидер. Вайчинг, не стоит беспокоить остальных. Да. Сан Сао, я знал, что ты придешь сюда. Мы должны разобраться с этим. Прошу идти со мной. Убить его. Слушаемся. Ормейдор Фан. Это их личное дело. Ваше вмешательство здесь неуместно, так что не с места. Вперед! Thank you.
Зачем нам убивать друг друга? Давай без глупостей. Я уже дал тебе один шанс. Я делаю это во имя Будды.
Сан Цао, я отдаю тебе эту тунику. Это обычная мантия. Она не имеет никакого значения. Ты хотел быть лидером любой ценой, невзирая на то, что ты делал. Если ты хочешь быть лидером, ты должен в совершенстве знать Священное Писание и иметь доброе сердце. И ты должен быть уважаем остальными. Но, брат, учитель дал тебе священную тунику. Ты должен вернуться и быть нашим лидером. Я останусь здесь. Мы не должны делиться на север и юг. Пожалуйста, возвращайся. Я начну новую жизнь и буду работать над собой. До встречи. Ормей Дорфан.